Сегодня не сыграли ту игру, с которой играли с «Газпромом». Просто не выполнили задачу тренера. То, что тренер нам говорил, мы не выполнили эту задачу, и все. Больше я не знаю, что сказать, если честно. Ребята старались, ребята бились, может быть. Не может быть, а бились. Как это? Честно сказать, то, что спасибо болельщикам, то, что пришли, все равно поддержали нас. И до конца сидели и болели, верили, то, что мы можем сравнять, можем выиграть. Ну, я думаю, ключевой мяч был пятый. То, что мы пропустили пятый гол, нелепо. Мы не должны такие голы пропускать. Вот этот старт 0-2, можно о недооценке соперника говорить? Я думаю, да, можно. То, что мы чуть-чуть не донастроились, чуть-чуть не поверили, то, что соперник так начнет нас давить, угрожать. Я не знаю. Хочу поздравить «Автодор» с победой, с хорошей победой. В целом, вот эта пауза месяц сейчас, как ее надо провести, над чем поработать? Я думаю, надо отдохнуть. Надо друг от друга, во-первых, и от футбола немножко. И, как тренер сказал, надо съездить на теплые места и работать, стараться. У нас следующая игра с «Синарой», и надо готовиться к «Синаре».